А в день празднования Собора Всех Святых в Екатеринбургской духовной семинарии состоялся выпускной акт. Дипломы выпускникам духовной школы вручил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Воскресный день выпускники, профессорско-преподавательский состав, учащие и учащиеся Уральской духовной школы собрались в Никольском храме культурно-просветительского центра «Царский». Торжественную церемонию предварил благодарственный молебен. По окончании богослужения митрополит Евгений обратился ко всем собравшимся. Владыка отметил, что день окончания духовной школы – это важный этап для каждого выпускника. Сегодня то сеяние, которое совершалось в ваши сердца и умы в течение лет обучения, оно совершено. И мы стоим на пороге, когда вправе, взирая на вас, на выпускников духовной школы, ожидать видеть Владыку. Я бы хотел пожелать, чтобы Господь наш Иисус Христос на вашем служении сам говорил через вас. И вы это воспринимали не как часть собственного достоинства, не как что-то должное, а всякий раз как удивительную милость. Во время торжественной церемонии митрополит Евгений вручил дипломы выпускникам пастырско-богословского и регенского отделений Екатеринбургской духовной семинарии. В первую очередь я рада тому, что теперь хотя бы ты знаешь, где ты можешь пригодиться. В церкви можно теперь, если Господь благословит, то можно нести послушание регента, певчего. То есть уже понимаешь, как идет служба, какие они бывают службы, в соответствии там, с категорией службы, какие можно песнопения подбирать. То есть это очень интересно, для меня это совсем новый мир. Также владыка Евгений вручил епархиальные награды, медали праведного Симеона Верхотурского III степени сотрудникам духовной школы, в их числе заведующий канцелярией и руководитель пресс-службы Екатеринбургской духовной семинарии Сергей Новиков. Сегодня в Екатеринбургской духовной семинарии очень важный день. Вся наша духовная семья собралась по традиции здесь, в центре Царский, в храме святителя Николая Чудотворца, для того, чтобы завершить официально наш 2020-2021 учебный год. Лично для меня сегодня торжественный день тоже. Благодарю владыку митрополита Евгения за то, что какие-то из трудов, которыми семинария занимается, были отмечены. Примечательно, что в этом году в Уральской духовной школе состоялся первый выпуск магистрантов очной формы. Дипломы об окончании магистратуры, бакалавриата и среднего профессионального церковного образования были вручены 20 выпускникам духовной школы. Всего в июне 2021 года Екатеринбургская духовная семинария выпустила 38 специалистов.